Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Я вас приветствую на своем канале «Красота и бисер». Сегодня мы с вами выполним великолепный ажурный браслет «Серебряный веночек». Посмотрите, какая прелесть, как хорошо смотрится жемчуг с серебром. Я думаю, вам тоже понравится. Выполняется очень легко, очень быстро, но зато очень великолепно и эффектно смотрится на ручке. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и приступим выполнять браслетик. Для плетения браслета я взяла чешский бисер светло-серебристого цвета и бусины размером где-то 4 мм белого перламутрового цвета под жемчуг. Ниточку я взяла подлиннее, больше 2 метров. И начинаем на плетение браслета с набора 4 бусин. Вот мы набрали 4 бусины, и я специально далеко их не протягиваю, чтобы видно было, что я возвращаюсь. Вот видите, куда идет игла. Я возвращаюсь в последнюю. Подтянула их друг к другу, эти бусинки, и оставила ниточку сантиметров 30. Она нам пригодится для прикрепления застежки. Дальше мы набираем 5 серебристых наших бисерин и 4 бусины. И также мы иголочкой возвращаемся в последнюю бусинку. Получается, видите, 2 цветочка, между ними серебристая веточка. Дальше мы набираем 9 серебряных бисерин, 9, и также набираем 4 и возвращаемся в последнюю. Теперь набираем снова 5 бисерин и проводим иголочку, смотрите, в первую. Вот у нас ниточка выходит из этой бусинки, а мы проходим иголочкой в бусинку напротив ее первого цветочка. У нас получился первый мотивчик. Дальше у нас мотивы будут чередоваться вверх и вниз. Значит, мы теперь будем набирать 9 серебристых бисерин и делать белый цветочек. А теперь мы возьмем 5 серебряных бисеринок и проведем иголочку теперь уже в нижний беленький цветочек. Вот видите, бусина, в которой соединялись у нас серебристые веточки. Мы проводим ее вниз, вот так, в бусину напротив этой бусины. И у нас соединится и будет вторая веточка. Теперь снова набираем 9 серебристых бисеринок и делаем белый цветочек. И у нас получается один мотив идет, нижняя веточка вниз, другой вверх, нижняя веточка вниз и вверх. И так чередуем, плетем до необходимой длины браслета. Вот я проплела браслетик до необходимой мне длины. Смотрите, вот ниточка выходит последний раз из бусинки, которая в четырехлистничке. И обратите внимание, желательно заканчивать браслет таким образом, чтобы в начале браслета вот здесь четырехлистничек был внизу, а в законченном браслете, чтобы был вверху, для того, чтобы когда браслет соединится, была возможность застежка с застежкой, а чтобы они могли при соприкосновении не мешать друг другу. Теперь пройдем последний наш четырехлистничек еще раз.
и вернемся к нашему исходному положению, в первую бисеринку. Ввели верхнюю бусину ниточку и теперь заходим в первую серебряную бисеринку, и мы будем одну в эту бисеринку зашли и набираем одну бисерину и проходим одну, пропускаем, в следующую проходим, дальше опять набираем одну бисерину, одну пропускаем, в следующую проходим. В этой серебристой веточке добавили 2 бисеринки, и веточка стала такой волнистой. Теперь мы иголочкой пройдем сейчас этот четырехлистничек и выйдем в эту бисеринку. Вот, проходим его кругом, вокруг. Выводим сюда ниточку. Дальше я прохожу по серебристой веточке вниз. 4 бисеринки. Теперь я набираю 5 штучек. То есть 5 бисерин и кольцо. И прохожу опять в эти 3 бисерины для того, чтобы у нас получилось колечко для застежки. Получается очень прекрасно. Значит, я прохожу, 2 я прошла с веточки, теперь я прохожу еще одну, это получается вот так у нас, и пройду вот так 3 бисеринки, и колечко я все-таки закреплю. Вот. И прохожу дальше по этому колечку для застежки, по веточке продвигаюсь к верхнему четырехлистничку, одну бусину и одну бисеринку с верхнего ряда серебристых бисерин, вот так. И теперь будем всю веточку набирать, одну набираем, одну пропускаем, одну набираем, одну пропускаем, и так до конца этого ряда. Последнюю бисеринку мы набираем, бисеринку и проходим, получается, одну пропускаем, она будет первая возле бусины, проходим через бусину следующего, получается, четырехлистничка, и начинаем оформлять веточку там, где у нас 5 бисерин. И также вот мы, получается, одну пропустили, одну набрали, одну пропустили бисеринку, так, одну набрали, одну пропустили и одну набрали, это уже будет бисерина возле бусины. Проходим через бусину, одна бисеринка следующей веточки нижней. И дальше так проходим весь ряд до конца. Получается очень красивая ажурная веточка. И обратите внимание, что в тех веточках, где 9 у нас бисеринок, у нас добавляется по 4 бисерины, а там, где 5 бисеринок, у нас добавляется 2. Пройдем до конца, прикрепим крючочек или карабинчик, и браслетик у нас будет готов. Вот я закончила браслетик, смотрите, закончила добавлять во втором ряду по одной бисерине. Через одну у нас теперь серебристые веточки стали пышными. Добавила 5 бисеринок, как и в начале, где мы добавляли колечко. Прицепила карабинчик с колечком, и браслетик готов.
получился красивый и ажурный такой вот браслет. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в новом видео.